Чипулю вставляем. Чипулей до неба. В первый слот. Иногда по запаре получается воткнуть его в правый слот. Чипом вверх, в первый слот, поехало. И все время окей. Окей, 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 окей. Початок краины, ПЛ, окей. Тут идет загрузка. Таха, это наш дружочек. Это наш Кент. Это наш Кент. Он создан не чтобы нас наказывать, а чтобы давать нам отдыхать. Таха, это наш друг. Его надо любить, уважать, целовать, протирать. Он считает твои 9 часов. 9 часов отбомбил и все, отдыхай. 9 колеса и в люлю. Таха, наш дружочек. Что ты там? Медленно прогружает. Замерз, наверное, холодно. Замерз, пацан. Замерз, дружбан. Будь ласка, чекайте. О, вот, когда появилась как бы колоночка такая, то все, прогружен. 45-29, пауза. Все, можем ехать. Поехали. Привет, дальнобоям. Сегодня среда. В начале рейса в понедельник я начал про тахограф рассказывать. Ну и продолжим наш разговор, потому что люди просили, сними о тахографе, расскажи. Там уже старым волкам не интересно, но если ты молодой дальнобойщик, то я с тобой поделюсь тахографом. Итак, тахограф — это наш друг, как я говорил. Его не стоит бояться, он создан не для того, чтобы тебя пороли менты и баги, а создан для того, чтобы тебя не порол жадный пан, который давай, 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 давай. Если бы не Таха, нас бы загнали, как коней бы эти, блин, злые работодатели. Давай, давай, давай. Он создан для того, чтобы ты отсчитал 9 часов езды, колеса и лег отдыхать. Все. Отсчитал 9 часов и лег отдыхать. Колеса в день у тебя есть 9 часов. Разово ты можешь проехать 4.30. Потом ты должен сделать паузу 45 минут и проехать еще раз 4.30. Колесо можешь дробить хоть и на 10 частей, но не больше, чем 4.30 ты можешь проехать за раз. Если тебе надо сократить время, я делаю так, проезжаю 4.20, 4.30, подгадываю, делаю одну паузу. Потом еще еду 4.20, 4.30. И получается у тебя смена 10 часов. Все, ты 10 часов отработал, шабаш, отдыхать, спать. Два раза в неделю ты можешь взять 10 час. То есть можешь сделать 10 часов колеса. Не важно, не бойтесь его нарушать. Не бойтесь его нарушать, это Таха. Теория больших чисел говорит о том, что очень малая вероятность, что тебя сведут, остановят и впорят в течение 28 дней. Тебя могут остановить и оштрафовать, все твои нарушения за 28 дней считываются и могут тебе выписать штраф. Трафик очень бешеный, очень бешеный. Есть у меня видео на канале, 220 фур за 15 минут едет. И то, что ты попадешь именно в то, что тебя сведут, очень мало, очень мало, очень мало. Поэтому не бойтесь его нарушать. Я нарушал, было, едешь, время кончилось, паркинга нету, время заканчивается. А, в село заехал какое-то, в карман стал, оказывается, остановка, но село глухое, в Германии автобусов мало, ну, проедут, проедут. Отмотал паузу 45 минут, поехал дальше. Пришло 100 евро на Украину штрафа. Думаю, там надо было распечатку сделать и все. Но это мелочь. Есть чуваки, которых время кончается, они залетают на паркинг и тупо людей убивают. Но есть такие случаи, что там залетел, пацан менял лампочку, залетел, размазал его, короче, там
прицеп от прицеп, я не знаю, что там было, точно утверждать не буду. Ну, я говорю, есть версия, что у чувака время заканчивалось, и он залетал в паркинг. Залетают, не могут запарковаться, залетают на обочину, в болото, заехал, время кончается, вот у паркинга нету, на обочину в грязь, засел, 1500 викинг вытащит тебя. Обгоны, спешка, летят, время кончается, хер с ним, вот так и сказать, да пофиг, просто пофиг. Сделал распечатку и все, остановили, ну так и так. То есть очень маленький процент, что тебя остановят, и попадется именно какой-то гад, который тебя будет наказывать, выписывать штраф, очень маленький, поэтому не бойтесь его нарушать. Делайте распечатку. Они также смотрят на систематику твоих нарушений. Если ты систематический, там, знаешь, есть злостные нарушители, которые каждый день у него превышение, каждый день переработки, каждый день... Ну, короче, забил на таха. Есть такие чуваки, которые таха вставил, там даже ничего не клацает. Ни смены не открывает, не закрывает, едет и все, ему по барабану. Но он не разбирается, есть такие пассажиры. Не бойтесь его нарушать. Смена. Я ничего не пишу. Я ничего не пишу. Люди пишут, сколько взяли девяток, пятнадцаток, там, графики. Я ничего не пишу. Все. 9 часов в день тебе езды, у тебя колеса есть. Ну, не забываем ставить молоточки там хоть раз в день. Встал под загрузку, два раза классно, включил молоточки. Это типа ты на загрузке, на заправке, на ремонте. Всякие работы помимо езды. С колесом понятно, 9 часов в день у тебя есть, два раза в неделю можешь брать 10 час, доехать до базы, доехать до паркинга, 2 десятки у тебя в запасе. Смена, смена у тебя 13 часов в день, то есть я считаю так, если я в 6 стартанул утра, то в 6 вечера ты уже должен идти на посадку, все, все, что тебе надо запомнить, в 6 стартанул, в 6 ты идешь на посадку. 6 уже начинаешь посматривать паркинги, где куда стать. 13 часов, все, запарковался, отдыхаем. Пауза 9 часов должна быть. 3 раза в неделю можешь взять смену 15 часов. Можешь отработать 15 часов, сделать паузу 9 часов. Суть пятнашки и девятки это одно и то же. То есть если ты стал 13 часов отработал, делаешь паузу 11 часов. Если ты отработал свыше 13 часов, это уже пошла пятнашка, автоматом пошла девятка. Даже если ты отстоишь паузу 11 часов, уже пятнашка схавана, то есть уже и девятка автоматом пошла. То есть 3 пятнашки, 3 девятки в неделю у тебя есть, это суть одно и то же. Все, больше тебе ничего не надо знать, это азы. Двухнедельная езда, два раза вниз стрелочку нажимаешь, тебе показывается двухнедельная езда. Двухнедельная не должна превышать 90 часов. Если превысила, там на час, на два не страшно. То есть, ну это уже твои переработки, как бы, или пусть доплачивают, или как бы, ну, все равно есть нарушения. Вот, это самые азы, потому что много заумняченных видео, куча терминов, вот такие блокноты, писанина. Я не знаю, у меня память не ахти, но тем не менее, я даже ничего не пишу. Нечего тут запоминать. 9 колеса, 13 смены, 11 пауза. Все. Все, что надо знать. Главное, не бояться... Не бойтесь нарушать, делать распечатки, все. Нарушил, ну распечатку сделал, все. Ну, мало вариантов, что тебя остановят. Так что таха наш дружочек, ребята. С утра открыть-закрыть смену еще надо. Я начал сейчас делать, я отрабатываю день, встаю паузу, ночь делаю девятку, одиннадцатку. И... Вечером, утром я закрываю смену, то есть я весь цикл делаю. Работа, молотки, колесо, пауза, потом делаю паузу, закрыл смену, сразу же открыл и поехал. Я так делаю. Раньше вечером закрывал смену, сейчас я начал делать уже так. Весь цикл отрабатываю, работа, пауза, потом закрыл смену, сразу же открыл и поехал. То есть меня сводили, проверяли, ничего за это, ничего не говорили. Ну, так вот. Так что таха наш дружочек, ребята. Много не будем рассказывать. Суть понятна.
Не бойтесь нарушать, не бойтесь нарушать, самое главное, потому что люди реально чудят. Реально чудят, время кончается, перелякані, начинают чудить и вытворять. Так что правило номер один, не бойтесь его, этот режим труда и отдыха. Он создан для тебя, чтобы тебя не загнал жадный пан, жадный работодатель. Так что Таха, это наш дружочек. Ребятки, вот так вот. Так, двухнедельную паузу проверяем один раз вниз. Стрелочка. И сейчас тут высветится в левой колонке двухнедельная пауза. Также паузу, которую мы делаем 45 минут, ее можно разорвать на две части. То есть стал в туалет, стал кофе сварить. Если там осталось 13 минут отстоял, то отстой уже 15. 15 минут засчитывается. И потом где-то дальше едешь, едешь, и еще можешь потом встать, сделать 30 минут паузу, и тебе засчитывается 45. 30-15 нельзя, а 15-30 можно сделать паузу. То есть даже если ты отстоишь 44 минуты, тебе засчитается 15-минутная пауза, первый кусок, а второй нет. Интересно. Ага, вот 68 часов. Ну сейчас у нас среда вечер. 68 часов уже мы откатали. Эта сумма не должна превышать 90. 68 часов. Мы сегодня гуляли с 8 утра. Я ждал палиты до полвторого. Так что нормально. Время хватает у нас. Так что вот так вот, ребятки, давай бомбите. Вот, встал на колоночку, заправился. Там 11 минут у меня было. Ну и достаю пятнашечку. Достаю, чтобы было 15 секунд, минут, секунды здесь, на приблуде я отъехал чуть-чуть. Делаем уже пятнашечку и едем дальше. 9.15, пауза. Нажимаем утром. Окей. 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 Ровно почався. Ренаульт. Вообще-то я на Вольво, пацаны. Чё за Ренаульт? Прикол. Но это не о том. Это я что-то затупил, короче. Окей. Роздрук водій. Нам треба ведення водій один. Окей. Вниз, кінець країни. Франція. Це я вчора, значить, у Франції почав. Зараз я в Германії. Кінець країни, Deutschland. Окей. Ведення збереження. Початок країни. Deutschland. Окей. Ведення збережено. Возвращаємося все назад. Ставимо молоточки два рази. І все. І п'ємо кофе. П'ємо кофе. Ділаємо обход машини. Не забуваємо. Не забуваємо колеса, баки. Проверити. Тенты. Двери на месте, свет, фары работают. Пока машинка на молоточках. 5-10 минут. Все. Баки на месте. Габарит один не работает на люстре. Опа. Можем
стартовать. Так что вот такие вот дела, ребятки. Не бойтесь его нарушать. Это Таха.